Работа огромная и очень важная для страны. И самое главное, никогда не забывайте о том, что вы направляетесь туда только с одной целью – служить людям. Безусловно, чего бы ни было сделано, нужно активно работать с избирателями, с людьми надо работать, показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось, объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счет чего. Надо быть убедительным.